Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Tower of Hell. Ну, проще говоря, это игра в Роблоксе, только смысл этой игры, как я понимаю, здесь нужно быть выше всех. То есть, здесь нужно хорошо уметь паркурить и подняться выше всех. Но дело в том, что я просто так эту игру не снял бы. Мне один подписчик попросил снять Роблокс. Я долго думал, что снять. Ну, я пытался найти вот такую вот игру, которая понравится всем. Ну, я думаю, она понравится всем. Поэтому я решил снять именно Tower of Hell. Так-с. Чего? А. То есть, спуск сюда. Нифига себе. Ладно. Я в Roblox, конечно, не очень играю. Кстати, вот, познакомьтесь с моим персонажем. Помню, раньше были события в Roblox, когда раздавали различные виды одежды. Так, поехали. Это уже вторая карта. Я так понимаю, здесь падать, ну, совсем нельзя. Иначе... эта штука явно нас убьет. Нет! Ну, ладно. Давайте попробуем еще раз. Я хочу попробовать стать первым. Не знаю, возможно ли это для меня, потому что я не очень-таки хороший игрок. Итак, ну вот это первая карта и вторая карта. Более-менее легкие, честно скажу. Я заглядывал в эту игру до записи. Я посмотрел, как тут играть. Ну, в принципе... не так сложно. Ну, смотря какие карты. Я так понял. То есть можно попасться на сложные карты, а можно... как... а, ну это обычно интернет-баги. И я опять упал. У нас есть 5 минут, чтобы забраться как можно выше. Кстати, да, посоветуйте, какие мне игры еще снимать. Я вот не знаю, честно, что мне снимать, поэтому, пожалуйста, дайте мне совет. Что мне снять? Так, мы прошли эту сложную часть. Осталась часть полегче. Но тоже опасная она. Ну, в принципе, это... здесь просто. Главное не смотреть вниз. Не смотри вниз. Ёлки-палки. Вот здесь главное не паниковать. Ладно, честно признаюсь, я начал паниковать. Вообще, конечно, я тут смотрю, тут большинство игроков это девочки. Я вот думаю, а точно стоило эту игру снимать? Или нет? Или это пустая трата моего времени? Ну ладно, попробуем. И да, пожалуйста, поставьте лайк, если вам хочется увидеть больше новых видео в Роблоксе или вообще. У меня не всегда есть время снимать, честно скажу. И пишите, пожалуйста, в комментарии, что мне снимать можно. Вот, пожалуйста. А то иногда я вот сижу и думаю. Вот вроде поиграть хочется, а во что? И вот я прохожу этот сложный момент. И он оказался довольно-таки легким. Фу. О, у нас монетки зачисляются. Это круто. О, нет. Мне кажется, это очень трудно. Ой, меня чуть не задело. Так, ну здесь просто надо вовремя прыгать. Наверное. Нет. Все заново. Я, наверное, сделаю счетчик падений. То есть, сколько раз я за эту серию падал. Это будет прикольно, я считаю. Ну, честно говоря, по сравнению с третьим уровнем, вот первый это вообще легкотня. У
нас осталась минута, я так понимаю, всех скинут вниз, и появится новая карта. Ну, не знаю, может, я неправильно понял. Погнали, погнали, погнали. О, время добавили. А зачем это? Вернее, за что? Самое легкое, это где ничего, ничто не движется. Или движется, но очень медленно. Ох. Похоже, мне этот ролик будет монтировать очень тяжело, потому что тут цвета меняются, и, в общем, у меня хромаки тоже частично меняют цвет. Ну блин, как же я был прав насчет этого. Я сейчас действительно тут сижу и мучаюсь с этим монтажом. Зачем я вообще решил эту игру снимать? Ладно, ничего страшного, сейчас разберемся. Итак, у нас опять осталась минута. Ну, немножко есть, конечно. Чуток. А получается, по сравнению со всеми, мы довольно-таки высоко поднимаемся. Я-то думал, тут проигроки есть. О-о-о. Давай, одна минута. Время заканчивается. Похоже, сейчас всех тут возьмут и скинут. Кстати, кажись, я эту игру в ТикТоке видел. Так, так, так. Чувствую, у меня пальцы будут болеть после такого. Ну... Ладно. О, новая карта. Да, да, новая карта. Погнали. Ой, что это? Тут, видимо, конвейер. Ага. Мы вырываемся в первую тройку. А! Да, блин. Тут в первую тройку никак не выбьешься. Да вроде такой простой паркур. Ну да, он простой. Да что это такое, а? Ну вроде такой простой паркур. Кстати, тут есть магазин. А, понятно. В общем, эти вещи нам явно не нужны. Чего? А, это баги, как обычно. А, там надо перепрыгивать их, походу. Это так странно выглядит, что они по воздуху летают. Почти. Мне вот интересно, а что там за этой дверью? Там написано, что что-то там связано с профессионалом, я не успел прочитать. Ага, профессиональная башня. Давайте после этой карты зайдем туда, посмотрим, может там для нас больше подходит. Хотя я не думаю, что мы здесь можем нормально проходить. Эти игроки немножко мне мешают, но не так прям сильно. Скорее, я сам себе мешаю. Итак, прыжок. Разгон-прыжок. Разгон-прыжок. Ай, все. Отлично. Что это? Что это? Что это? Что за бешеные конвейеры? Ну, хоть здесь можно успокоиться. Так. Уже третий уровень. Чего? А. Ну, здесь легко. Подумал я и передумал. А? Это что это? О, такая тонкая. Нет! Ну хоть не на конец. Не на самое начало, вернее. Это оказывается... Иногда так сложно. Мы опять заработали, я так понимаю, 11 вот этих вот очков. Попробуйте и вы тоже поиграть в эту игру.
она не такая легкая, как кажется на самом деле. Ну, может, я, конечно, не умею играть. Ну, ладно. Если кто-то хорошо умеет играть, давайте напишите в комментариях. Будем соревноваться даже, возможно. Ну, здесь я не рассчитал, согласен. О, прям как будто нас ждали. Кстати, вот на телефоне, скорее всего, это сложнее играть намного. Не мешайте мне смотреть. Так. Прыжок. Прошли. Вот здесь легко. Главное здесь не глупить, как я это делаю обычно. Все, мы опять вернулись сюда. А? Ну, зачем я нажал эту кнопку? У меня пальцы уже устали, честно говоря. Осталось 40 секунд. Давайте попробуем побить наш рекорд. Нет, мы не успеем. 20 секунд. Давай быстрее. Кстати, как удобнее? Вот через вид от первого лица или от третьего лица? Ну, вроде и так удобнее. И так тоже удобно. Так и не скажешь сразу. Кто-то добавил 2 минуты времени, или что это такое? Видимо, кто-то добавил время. Ладно. Проходим дальше. Мы возвращаемся сюда же. Медленно, но верно. Итак. Ну что это такое? 40 секунд. Я не знаю, как меня только что не уфнуло. Прям как будто меня ждали. Ну ладно, мы упали снова. И все, время кончается. Смотрите, карта поменялась. А мне все-таки интересно, что будет, если я зайду вот в эту дверь?